Вважається, що лише людина здатна впливати на ту чи іншу ситуацію. Однак, що ж насправді впливає на нас з вами? Так, стародавня китайська наука фен-шуй стверджує, що той чи інший предмет, його форма, колір, якість впливають не лише на загальний вигляд нашої квартири один на одного, а й на людину. В залежності від цього вони мають або позитивні, або негативні енергії, що позначаються на нашому здоров'ї, сімейному житті та трудовій діяльності. Про те, як спрямувати їх у потрібному для нас руслі, ми розпитаємо у експерта з фен-шую Ігоря Хом'яка. Доброго ранку, доброго пане Ігоре. Раді вітати вас в нашій студії. Отже, знаю, що в природі загалом існує кілька шкіл фен-шую. Якою притримуєтеся ви особисто? Є дві школи фен-шую, Саньхе, Саньюань, одна з яких определяє в пріоритеті форми, друга школа в пріоритеті ставить компасні змірення, направлення, відповідно. В связи с последними событиями ученые говорят, что очень часто мигрирует южный и северный полюс, так. И измерения очень могут отличаться, поэтому важно, чтобы дом был прежде всего вписан в формы ландшафта. То есть если у вас как бы на севере, допустим, от дома находится гора, то, допустим, если это частный дом, на севере участка не стоит рыть водоем и сделать там воду, например. Ви не вірите у те, що жабка з монетками у правильному місці розташована або червоний гаманець може принести щастя у твоє життя? Якщо людина в це вірить, звісно, психологію ніхто ще не відміняв, і це все працює. Але к фен-шую це має мало відношення, чесно кажучи. Людина не вірить у фен-шую, чи він на нього діє? Ну, наприклад, я не дуже вірю в цю техніку, скажімо так, цю філософію. Чи діє на мене фен-шуй? На всех абсолютно действует, не только в Китае, и в Японии, и в Европе, и в Америке. И на наших территориях он прекрасно работает. Допустим, в этом году есть распределение энергии такое, что, допустим, на юге квартиры, дома не стоит располагать спальню человека, кабинет, рабочий стол, потому что это самая негативная энергия этого года. Допустим, если вы там посверлите стенку и решите там повесить картину или сделать там ремонт, то чаще всего у такого человека будет проблема в этом году. То есть один раз распланировать квартиру, згідно фен-шую, не можно. Ее треба менять щороку. Можно и нужно это делать. И в идеале, когда приглашают эксперта, лучше приглашать на этапе планировки, вообще выбор участка, как бы строительство, распределение дома на участке и планирование домика на уровне блок-схемы, да, то есть где располагать спальню, где кабинет, где кухня. Ключевые моменты – это входная дверь, кухня, спальня, то есть где человек долго находится или он энергию этого места как бы употребляет вместе с пищей внутрь, да, как бы. Поэтому важно, туалет не столь важно, как пишут во многих книгах, все еще важно, где человек долго. Я так разумею, там где живе, но саме спальня, спальня, так кабинет, потому что треть жизни мы спим. Кухня, можливо, и не. Кухня и распределение, и плита определяется, определяет, насколько хороши будут отношения в доме, в семье и здоровье человека. Вот так. Как тогда можно изменить свое життя, переплановавши квартиру? Скажем так, самое главное, лечиться по таким вот советам очень сложно, скажем так. Ну, так. Так же, как и врача по интернету не звісно, не я знаю, вызывают, что квартиру потрібно поділити на 9 секторів. Які це сектори і як це зробити правильно? Достраивается до правильного прямоугольника территория квартиры, делится на три части каждая сторона, и вот 9 секторов есть. За что вы не отвечают? Это не совсем так, это техника более современная, она в 80-х годах прошлого столетия появилась, поэтому и она относится как раз к психологии, то есть пространственно ориентированной психологии, а не к классическому фэн-шуй. Классический фэн-шуй больше определяет вообще в целом, как ци, то есть начальная энергия, находится как течет в пространстве и как она заходит на территорию дома. И, соответственно, эксперт помогает расположить человека на долгое время там, где она не отравлена, а наоборот позитивная, здоровая, и тем самым она может принести удачи как в бизнесе, так в отношениях, так и здоровье. То есть вопрос зависит, точнее,
ответ эксперта зависит от запроса человека, что нужно в итоге. Як може, там, до прикладу, висота вхідної двері сказати нам про те, як зміниться наше життя, якщо ми її переплануємо? И это только зависит? Один из немногих факторов. Я повторяю, что в большинстве случаев важно находится, фэншуй начинается снаружи, а не внутри. То есть это в большей степени это структура ландшафта, где находится гора, где находится вода. Это самые сильные элементы по пяти элементам, то есть инь-янь. Ну, если уже купили квартиру, она уже есть у людей, вот сейчас нас дивляться и думать, как переплановать. Вот на что им нужно обратить внимание сейчас? В большинстве случаев это меняется назначение комнат, и можно передвинуть плиту, если вы еще там не делали ремонт, не установили мебель, то имеет смысл пригласить эксперта и сделать это квалифицированно. Если тогда перепланирование не дает, скажем так, возможности визначити цю 9 секторов, что тогда делать, если даже эксперт не может сказать правильно, потому что там что-то не позволяет, там стена, там т.т.т. Все еще можно играться назначением комнат, и есть еще фактор времени. Все еще можно делать специальные активации, которые позволяют вывести потенциал этого жилища на максимальный уровень. Как подобрать этот час? Это уже зависит от конкретной индивидуальной энергетической карты самого человека, которая рассчитывается по дате рождения. То есть для всех я не могу это сказать, это просто это будет профанация. Згадали мы про кабинет, до речи, как правильно обрати рабочий стіл, скажем так, где его поставить, где его розташувати, так, чтобы ваша, скажем так, рабочая энергия пошла в те русло. Опять-таки, я могу сказать касательно этого года. Если на севере будет находиться энергия так называемой летящей звезды 6, которая определяет, как можно довести до результата задуманное. И, соответственно, если у вас там на севере завалы, то есть их надо разгрести. Желательно, если поставить там стол и сделать там рабочее место. Также это касательно офиса. То есть посадить туда продакт-менеджера, который будет отвечать за доведение ситуации до победного конца. И все будет хорошо. Если у вас изменяются приоритеты в жизни, вот вы, например, минулого года ориентировались на бизнес, сегодня вы понимаете, что в этом году вы хотите больше приділити уваги семейному своему там, затишку. Вы можете там изменить что-то в своем офисе, в своем жизни, в Конечно. Своей квартире? Тогда акценты на спальню и на кухню. В частности, там кухня и спальня не должны быть на юге. На юге в этом году самая негативная энергия 5. Она будет очень сильно влиять на отношения и на здоровье человека. То есть меняйте расположение. Тож дослухайтеся до порад обов'язково і робіть так, як вам каже фен-шуй. Дякуємо вам за те, що завітали до нас, дякуємо за інтерв'ю, дякуємо за корисні поради. Що ж, а я нагадаю про те, як привнести у своє життя любов, злагоду та професійний успіх. Ми говорили з експертом Ігорем Хом'яком.